Всем привет! В сегодняшнем видео хочу показать, как можно будет восстановить вот такие светодиодные лампы. Сгорают такие лампы довольно часто, и причины у всех разные. И сегодня покажу три из них. Как раз у меня есть три лампы, и каждая поломана по-своему. На этой лампе все светодиоды целые, но здесь не рабочий блок питания полностью. В этой лампе блок питания целый, все светодиоды целые, за исключением одной дорожки. Как можем видеть, одна цепь светодиодов с черными точками, соответственно, они уже не рабочие. И из-за них вся лампа полностью не работает. Ну а на последней лампе блок питания целый, но очень много сгоревших светодиодов. Ее смысла восстанавливать нет, она будет как донор. Ну и первое, что сделаем, это поменяем блоки питания. Снимаем поломанный и ставим целый. Блок поменяли, можно испытать. Одна лампа целая. Установил на место, все отлично, делаем дальше. Следующие, как я уже сказал, все целые, кроме одной полоски. Сейчас я покажу. Это целое, а здесь ничего. Поэтому будем выпаивать и менять вот эти вот светодиоды. Как видим, они с точками. По совету из интернета сделал вот такую вот насадку, обмотал жало паяльника медной проволокой и сделал два вот таких вот усика. И как пишут, что при помощи нее можно легко выпаять такие светодиоды. Сейчас мы это испытаем. Для этого возьмем донорский светильник и здесь поглядим, какие будут рабочие. Вот я нашел, одна связочка из них рабочая. Собственно, ее и будем выпаивать. Паяльник нагрелся и сейчас будем испытывать. Сначала выпаиваем сгоревшие. Ну и как видим, получилось замечательно. Данная насадка светодиоды выпаивает довольно-таки неплохо. Таким же способом впаял их назад. Получилось, конечно, не сразу, потренировался, но в принципе способ рабочий и пользоваться им можно. Ну и смотрим, что получилось. Это работает, это тоже. И то, что паяли, тоже все отлично получилось. Подключаем ее к питанию. И как видим, все отлично. Все ленты рабочие. Светит хорошо. Так что вот такая насадка для паяльника полностью рабочая. С ней можно и выпаивать, и впаивать светодиоды. И получается, что из трех нерабочих, два светильника мы восстановили. И плюс еще остались светодиоды как донор. Ну а если был полезен, лайк, подписка. Всем пока!